Приветствую всех, друзья мои. На ремонте холодильник Indesit. Почти новый, 2 года ему всего. Стоял у людей на даче. Пользовался, соответственно, сезонами. И один хрен сломался. Как-то очень быстро. Ну что, привез его сервис. Естественно, сразу низкую сторону прессовал. И пена трещит прям вообще нереально. Где-то прям серьезная утечка. Непонятно, правда, за 2 года это, конечно, вообще очень мало, с учетом того, что он почти не использовался, но, тем не менее, будем сейчас рыть. Погнали. Да, более ублюдского расположения трассы я, конечно, еще ни разу не видел. Значит, трубка, во-первых, очень глубоко идет, то есть, да, если для понимания, то есть, блин, на глубину пальцев. Вот таким вот образом вся переплетенная, ну понятно, что им нужно как-то было ее уложить, но, блин, пипец вообще. Здесь она уходит под воздушную трассу, которая идет туда вверх на холодильное отделение. Здесь вообще прикол, тут еще и провода повелись, хоть бы в кембрик какой-нибудь их бы там упаковали, а то просто вот идет трасса, ее вот ножом шлеп и капец. Значит, и самое обидное то, что капиллярка по всей длине, то есть уже все, она здесь вплотную и прям в морозилку заходит. Печаль. Если бы она хотя бы где-нибудь там здесь, понятно, да, уходила куда-нибудь в сторону, то можно было бы здесь как-нибудь спаять. То в этом случае вообще труба. И как бы мне этого не хотелось бы, но придется выковыривать испаритель. И уже к испарителю подпаивать новую медную трубку, убрать локринг сразу, я думаю, и капиллярку тоже заменить. Ну, то есть не то, что заменить, просто выкинуть ее оттуда. И уже отсюда новую трубку заводить, обматывать все это дело, делать по-человечески, как и должно было быть с завода, а не вот так вот. Ну, что, погнали выковырять испаритель. Будем к нему паяться, опрессовываться, смотреть, все ли нормально. И тут я даже смысла нет искать утечку, потому что, ну, пенить в смысле, чтобы прям точно найти, потому что, я говорю, накачивал 15 атмосфер, треск в пене стоит вообще такой, уже прям сильный. Поэтому по-любому утечка здесь, и нет смысла все это дело опять пенить. Поэтому что, вытаскиваем испаритель, будем туда паяться. Так, все, спаялся. Выкинул я нафиг эти все локринги. На всякий случай. Все равно когда-нибудь потекут. Здесь такие аккуратненькие стыки получились. Это я уже намылил. Ничего нигде не пропускает. Все хорошо. Значит, припаял короткий кусок, потому что длинный, ну, неудобно. Не получается его фиксировать, как обычно. То есть, а если в какую-то сторону тянет его, то все, сразу алюминий плывет и все. Поэтому такой маленький кусок, и у него уже спокойно медь еще допаяю. Длинную опять же не получится, из-за того, что здесь вот выйдет, ее нужно тут же загнуть. Поэтому будем как-то по чуть-чуть все это дело делать. До сюда бы хватило, а здесь уже остальную трассу спаяем тогда и обмотаем капилляркой. Все, собрал морозилку. Здесь пытался туда, конечно, загнуть трубку, но, короче, ничего не получалось. Да психанул, думаю, какая разница, здесь как бы тоже расстояние позволяет сверху здесь пустить, там просто запень и все. Ну, в общем, обернулся это дело капилляркой, сделал и трассу, более-менее похожую на заводскую. Значит, и все, сейчас будем все это дело запенивать и дальше все это дело собирать. Запенил заднюю стеночку, собрал. Вот такой красавчик. В принципе, почти ничего не заметно. Все, вешаем конденсатор. Паяемся внизу, заправляем. И проверяем все это дело. Так, ну вот такой вот ремонтик у нас получился. Там еще работы накидали. Очень много. В общем, 4.8. Он уже выключился. Все, шикардос. Все, можно со спокойной душой отвозить клиенту. И ковырять следующие холодильники. Все, всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока.